Твой отец супергерой. Мой отец даже гвоздь забить не может. Эй, Лиззи с Майей на 9 часов. Забудем про игру. Давай сегодня просто повеселимся. Дай угадаю, еще одна IT-конференция? Я вернусь максимум через несколько дней. Эй, мам, у папы срочная работа, ты можешь прийти за мной? Обожаю, когда ты называешь мамой. Ну что, повеселимся? Что происходит? Пожалуйста, не трогай. Тут как-то тесновато. Это же логово супергероя. Твой отец супергерой. Что? Нет, мой отец даже гвоздь забить не может. Вы только посмотрите Чего? На это! У меня есть идея. Только не убей меня. А вот это неплохо. Мы засекли их. Тот, у кого есть эта технология, может сделать что угодно. Спасем технологии моего отца, пока они не уничтожили мир. Мы справимся. Ты что, защекотить меня собираешься? Эй, чувак, это было долго! Это было слишком долго! Эй, не стреляйте! Я айтишник, меня предупредили о нарушении! Почему ты не рассказал мне о своей тайной личности? А как я должен был сказать? О, кстати, какой-то инопланетный источник энергии выбрал меня стражем планеты! Все примут меня за сумасшедшего, да? Да? Время игр закончилось, детки! Война так война. Секретная штаб-квартира. Погоди, погоди! Костюм нагрелся. Да. Так жарко! У тебя зимний костюм.